Завтра исполнится год с того самого незабываемого для истории Беларуси дня, когда за 20 с лишним лет мы впервые и по-настоящему показали свои зубы и указали диктатуре на ее заслуженное место. Впервые за 20 лет мы подняли булыжник против карателей в погонах и показали этому социальному мусору, что бояться должны они нас, а не мы их. После долгой отчужденности и атомизации мы вышли навстречу друг другу и научились быть солидарными. Мы открыли для себя мир самоорганизации и децентрализации в стремлении строить новую Беларусь. В канун этого дня мы хотим напомнить всем нам о тех жертвах, на которые нам пришлось пойти в стремлении к свободе. Многие из наших друзей, родственников, товарищей и товарищей томятся за решеткой. Бесчисленное множество из нас прошло через застенки прогнивших изоляторов и тюрем. Многие стали жертвами пыток, а кто-то и вовсе отдал свою жизнь в борьбе за свободу. С каждым днем банда садистов только раскручивает маховик репрессий. И под удар попадает все больше и больше из нас. Мы лишились даже тех немногих оставшихся свобод, которые имели до выборов 2020 года. Оказались заперти без права на выезд. Режим делает все, чтобы превратить Беларусь в один большой концлагерь. Но фашизм не пройдет, так как, несмотря на все потери и страдания, которые нам пришлось понести, мы также хотим напомнить вам и о том, что мы приобрели. Это бесценный опыт самоорганизации, низовые связи, замечательные знакомства, глубокое чувство солидарности, ну и, конец, смелость и достоинство, черт возьми. Мы больше никогда не будем теми безразличными и трусливыми амебами, какими хочет видеть нас безумный диктатор. Мы уже узнали цену свободе и не готовы продать ее ни за что. Сегодня мы вынуждены быть тут, за границей, но придет день, и мы размажем это дерьмо по стенам его же дворцов вместе с его чиновниками и мусорьем, которые уже никогда не отмоются от грязи и крови, в которой они себя изваляли. Для того, чтобы спасти наших близких из плена, мы должны развивать наши навыки самоорганизации и взаимопомощи, чтобы расти и набирать силы как общество, дабы в один прекрасный день обрушить всю нашу ненависть на этот паскудный режим и разорвать эту колючую проволоку и решетки. Никто не прощен, ничто не забыто. Вместе мы сила. Пока мы едины, мы непобедимы. Пока мы едины.